У сильной страны должна быть профессиональная и современная армия. В субботу жители нашего города стали гостями на военно-патриотическом празднике службы по контракту в ВДВ «Твой выбор». Мероприятие приурочено к 70-летию Ивановской 98-й воздушно-десантной дивизии. Вместе с тем, это старт всероссийской акции, которая пропагандирует службу по контракту. У нас служба сегодня привлекательная, престижная. Есть возможность остановиться не только на контракте в качестве рядового сержанта состава. Можно расти дальше, сделать карьерный рост, стать офицером. И кроме того, предусмотрен весьма существенный социальный пакет, который позволяет и получать повышенное денежное содержание, решать вопросы через военную ипотеку жилья и другие. Выступления десантников никогда не оставляют зрителей равнодушными. Кажется, то, что подвластно им, никогда не сможет повторить человек, не служивший в десанте. И это действительно так. Богатырская удаль – результат изнурительных тренировок. И достигнуть его всего лишь за год срочной службы вряд ли возможно. Усложняется техника, поступают новые системы, и за год службы по призыву уже сложнее и сложнее получается приобретать навыки. И поэтому мое твердое убеждение, что мы в ближайшие несколько лет доведем показатели до 100%, когда ВДВ будут полностью на 100% профессиональными военнослужащими. Здесь же, на площади Пушкина, можно было записаться на службу по контракту. Высшее военное руководство уверяет, что такая масштабная пропаганда никак не связана с тревожной ситуацией на Украине и политическими конфликтами России и Европы. Обстановку тревожной, а я называл бы ее штатной, стандартной. Просто сама потребность, и десантные войска уже четвертый год реализуют увеличение удельного веса военнослужащих по контракту. С начала этого года в Ивановской области стать контрактником 98-й дивизии пожелали 130 человек. Большинство из них – молодые люди в возрасте до 30 лет, которые ранее служили в ВДВ или других спецподразделениях Минобороны России. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Больше, чем кому бы то ни было, приходится преодолевать много трудностей и лишений, подвергаться риску и опасности.